может, Александр, простите, душа не так. С воротом подложить? Ну, не дом, а потом мастер. Нас же не пустят на мостик, поэтому мы возле мостика положим. А почему нас не пустят все? Ну, отцеплены, сейчас скажут, там профилактический ремонт, там камни, там замена, я не знаю, какие что-нибудь. Какие нахрен замены, я не понимаю. Я в своем городе, почему я не могу гулять? Добрый день. Друзья, дай ручку, если что, будет притеснение меньшинств. Прошу вас. Я предупреждаю, что возложение венка с такой-то целью является мероприятием, должно быть согласовано с органами исполнительной власти. Памятное возложение было. Куда угодно. Вы к памятнику. Вы сейчас провели шествие, сели возложение венка. Какого шествия? Кто вам сказал? Ну, группа граждан пошли строем. Политическая, с единой целью. Это шествие. Шествие это когда применяется наглядная агитация. Это у нас нет никакого шествия, мы гуляем просто. Граждан с единой нет целью. У нас это наш город. Спросите, у кого есть цель шествия? Народные деньги. Уважаемые товарищи, уважаемые товарищи, у кого есть цель шествия? Нет цели. Я иду к памятнику возложить. Вопрос поставить. Вы будете задержаны. За какое возложение? Если вы будете возлагать вино. А куда мы возлагать-то? Возлагать можно к чему-то. Это памятник. Конкретно к чему нельзя возлагать? Скажите с вами. Нет, что такое возлагать венок? Скажите, объясните. Прежде чем будете задержать, объясните за что. Пройдем к тому плакатику, там дальше написано. Там написано, какую территорию занимает вот этот памятник. У нее четкие границы, какую территорию он занимает. Понимаете? И можно глянуть? Вот эта территория, ты есть. Мы до плакатика дойдем, а там вы сами дальше. Пойдемте, пойдемте, плакатик. То есть у нас в России нельзя венки возлагать. А если мы здесь задержу здесь? За что? За это же. Ерунда какая-то. За что? Потом будем разбираться. Да лишь бы задержать. Лишь бы задержать. Приказ дали. Что за милицейский экзамен, в самом деле? А что объяснять ты тогда? Что так задержишь? Что так задержишь? Ну что так, что так? А вы при исполнении, можно ваш документ посмотреть? Это решение обосновано каким-то законодательным актом, инструкцией какой-то. На что вы опираетесь? Ну приказ есть. Какой приказ? Номер приказа. А что из массовой милиции? Закон номер 54. Сорок исполнительной власти. Вы передергиваете. Депутат, которому вы уполномочили. Конституция выше всех федеральных законов, вы в курсе? А можно ваш документ посмотреть? Вы вообще при исполнении? Конечно. Представьтесь, пожалуйста. Да, пожалуйста, да. Скажите. Я представил, покойник Барсуков. А можно посмотреть удостоверение? Форму можно купить на любом рынке, но хотя бы не знать, что вы представитель власти. Вот я с вами в отделе милиции, я вам все покажу. Если вам а зачем вы ехать в отдел милиции? Я вас предупредил. Нет, вы поймите правильно, просто собрались какие-то клоуны в форме и начинают пытаются нам что-то объяснить, какую-то чушь какая-то, которая не соответствует Конституции. Вы не представились и не можете... Документы покажите. Отдел обеспечения общественного порядка уже по центральному округу. Я такую форму могу купить на любом рынке. Документ покажите, пожалуйста. Я тоже в военторге могу такую форму купить. Да нет, нарушили правила. Соблюдайте закон. Предъявляйте ваше удостоверение по первому требованию граждан. Все, простите, пожалуйста. Вот товарищ полковник Иглов, все нормально. Вы цель поняли? Цель чего? Цель моего вы на основании какого законодательного акта сейчас выступаете? На основании федерального закона. Какого федерального закона? Я не буду с вами задаваться дискуссию. Какого федерального закона? Вы обязаны сказать, на основании какого закона вы действуете. Вы просто невнятно выразились. Какой федеральный закон? Мы практически ничего не поняли. Скажите еще раз. 54-й федеральный закон, правильно? Что какой пункт 54-го федерального закона? Давайте хоть один будем говорить. Почему? Я вас предупредил о том, что возложение венка, возложение венка будет задержано, запретение массового мероприятия. Возложение венка? А я вас возложить могу? Вы будете задержаны. Я могу возложить этот венок? Нет, вы не можете возложить. Давайте я возложил, меня задержите. Я не могу сказать, давайте. Там в законе написано, что мы не можем венок возложить, или что? Да, я знаю, я возложу венок, а вы меня задержите. Договорились, со всеми люди здесь останутся. Можно так? Договорились? Нет, так нельзя. Как нельзя? Я вам не могу дать добро нарушать закон. 5 баллов. Это не закон. Да не можем в законе написать. Нарушение нет, понимаете. Наш полковник, и вы, и я, мы отлично знаем, что никто ничего не нарушает. Я вас предупредил, да? Да. Никто ничего не нарушает. Вы предупредили, я с вами согласился. Хорошо. Давайте я возлагаю венок, у меня задержится, люди остаются здесь. Договорились? Я не могу вам дать добро. На что? Я не могу вам позволить. Добро на что? За что я вас должен задержать, понимаете?
Да вы не имеете права никого задерживать. Вы прекрасно знаете. Пожалуйста. Там четко указано, что есть шествие. Я еще раз говорю. У нас нет лозунгов, у нас нет плакатов. Сформирование мнений там есть. Какое мнение мы сейчас формируем? Зачем объяснять друг другу, что вот вы будете задерживать? Я задерживаю. Я разлагаю венок, люди стоят здесь. Разлагаю венок, у меня забирайте, мы поехали. Быстрее договоримся. Люди поедут все отдыхать, и на этом все закончится акция. Все? Я вас предупредил. Все, можно? Все, спасибо. Нельзя, я вас предупредил.